Всем приветик, я забрала 5 посылочек с новой почты. Если что, это кричит мой попугайчик, не обращайте внимания. Они лежали там давно, не знали, кому адресованы посылки. Я вообще в шоке, потому что тут было напечатано имя, и фамилия, и телефон, и все это. И на новой почте мне сказали, что эти посылки лежат, заберите скорее, очень давно лежат. Ну, так вот получилось. Слушайте, Новый год прошел, пришел вот такой вот обруч, который я своему ребенку заказывала на Новый год. Ну, они валялись на новой почте. Интересный такой обруч, который тут регулируется. Мигающие такие лампочки у него. Это одна из посылочек, по-моему, по цене 30 гривен. Я решила спрячу, наверное, до следующего года, потому что сейчас смысла отдавать играться такой штуки никакого нету. Так, вторая, так, тут слайдеры, потом покажу. Третья, это вот такое на колечке. Чипсочки для нанесения гель-лака. Очень популярно, брала их на распродаже 11 числа. Дальше у нас это Wi-Fi. Wi-Fi приемник. Мы хотим попробовать в телевизор его использовать. Не знаю, получится или нет. Это такой вот дополнительный Wi-Fi. Если у вас в компьютере нет встроенного Wi-Fi приемника, то можно приобрести вот такой вот. Для ПК подойдет старых версий. Ну, а мы именно для телевизора попробуем. Так, четвертое, это 2 тамагочика. Тамагочики брала для подружки. Своему ребенку я уже брала и показывала в распаковках. Этот тамагочик я включать не буду его, так как это не себе. Но вы можете найти, у меня в распаковочках уже есть такой тамагочик. Я его включала и показывала, но, честно, ничего особенного. Качество мне не нравится. Ребенок долго не игрался, закинул. Ну, в принципе, подружка видела, говорит, возьми моим, возьми, возьми, ну, взяла ее детям. Так, ну и 5-я посылка, это слайдеры. Слайдеры брала у продавца Сара Найлс. Это вот такой вот набор, я бы сказала, романтический набор. Это вот отдельно брала, но брала не ради лиц, лица мне вообще не нравятся. Сейчас я резкость наведу, чтобы хорошо вам показать. Брала ради цветов. Мне понравились цвета в виде акварели. Вот эти вот розовые, вот это вот. Ну и ради этих цветочков, в принципе, взяла. Все равно брала набор. Думаю, возьму еще что-нибудь. Они стоили очень дешево. Вот этот вот цветочек понравился. И тут бабочка с цветком тоже понравилась. Из романтических тоже не все нравятся. Но пришлось взять, так как это был набор. Хотя их можно найти и поштучно. Такие мрачноватые осенние. Вот этот вообще мрачный. Но кот интересный, я люблю котов. Этот тоже такой дождливый, мрачный. Если в краску сделать, мне кажется, было бы красивее. Вот этот мне нравится. Хоть и мрачный, но красивый. Такой для дождливый тоже. Такой романтический. В стиле Лондон. Тоже осень, опять осень. Вот этот вообще мне не нравится, я бы его не брала, но он шел в наборе. Ну, вот этот уже немножко веселее. Париж и Лондон. И вот это уже 2 таких более веселеньких. Париж. Ну, так себе. Может быть, что-нибудь с этих слайдеров когда-нибудь и попробую. В принципе, взяла ради коллекции, так как у меня слайдеров очень много. Новинка появилась, думаю, возьму заодно и в распаковочке покажу вам эти слайдеры. Давайте еще вот так вот их разложу, чтобы кому интересно, рассмотрели бы. А я ссылочку вам оставлю на продавца. Так, и девочки вот так вот. Ну, в принципе, это были все мои покупки на сегодняшний день. Очень многое ждем. Все ждут. Все сладенько приходит. Но что делать, остается только ждать. Всем пока, до скорых встреч. Еще раз я вот резкость наведу. Ага. Все, пока, девчонки.